Активные ребята на месте не сидят, а продолжают тщательно осматривать полки балаковских сетевых магазинов. Первая и вторая проверки в Жилгородке показали, нарушений много, поэтому есть еще над чем работать. И на этот раз активисты решили отправиться в магазины новых районов. Так ли много просрочки там? Давайте посмотрим. Начальная точка проверки – магазин «Пятерочка» по улице Проспект Героев, 34. Первое впечатление оказалось обманчивым. Стоило тщательно посмотреть, и вот она – просрочка. Две упаковки сыра мгновенно отправились в корзину, а за ними 6 пачек сарделек с истекшим сроком годности. Все до 27.02. 27. На упаковках с мясом и рыбой ребята так и не смогли разглядеть даты, потому что они просто стерлись. А с фасованными крабовыми палочками и креветками активистам пришлось быть аккуратнее. Пакеты оказались дырками. Администрация магазина с недочетами ознакомилась и пообещала все быстро списать. Значит, первое, это у нас идут ваши сосиски. Красная цена. Срок годности на всех до 27.02, до вчерашнего дня. Они, соответственно, просрочены. Дальше у нас с вами идет, это у нас получается... сыр, так, то же самое, до 27.02, да. Видите, у вас креветки, пакет вам нужно, да, поменять, там еще несколько пачек лежат. То же самое, крабовые палочки, они прям выпадают, поэтому посмотрите. Все вам оставляем, да, я думаю, вы... все уберете, да. Спасибо вам большое. Дальше активисты последовали в магазин по соседству «Магнит». К счастью, просроченных продуктов нашлось мало, всего лишь один товар. А вот пластиковую банку с морепродуктами активистам пришлось доставать с трудом. Оказалось разбитой и точно непригодной для продажи. Значит, нарушение целостности, да? Вот, чтобы вы понимали. Все течет. Обнаружили ребята и другую проблему. На многих хлебобулочных изделиях дату изготовления невозможно было разобрать. То ли 27-е, то ли 28-е, гадали долго. Директор магазина отметила, что это их недочет, а в дальнейшем теперь будут внимательнее. Потому что это уже как бы наш недочет, что мы приняли у поставщика, не посмотрев там. Спасибо вам большое за понимание. Заглянули активисты в ближайший магазин «Гулливер» по адресу Степная, 3. Каково было их удивление, когда они нашли уже как месяц просроченное мясо. Изготовлено и упаковано 24.01.21. Срок годности 7 суток. На этом нарушения не закончились. Многие пакеты замороженной курицы оказались порваны. Видно, что за целостностью упаковок сотрудники не следят. Тому доказательство еще один сломанный контейнер с мясом. А вот упаковки с разбитыми яйцами. Не посмотрит покупатель внутрь и принесет домой плохой продукт. Директор магазина спокойно ознакомился с нарушениями и пообещал все списать. Тут как бы товар уже месяц, как не будет. Поэтому, вы утилизируете, пожалуйста. Да. Спасибо вам большое за понимание. Вам спасибо за помощь. В каждом из проверенных магазинов нашлись самые разные нарушения. Но главное, что сотрудники недочеты исправляют и признают, не досмотрели. Кто знает, может, вскоре непригодных товаров на полках магазинах станет меньше. И в это очень хочется верить.